Добрый день! Несколько последних занятий мы посвятили изучением гугула, смолы, проникающие глубоко в ткани организма. Мы прошли их многие разновидности и практически изучили все, что есть в наличии. Цикл был бы неполный, если бы не рассказать о составе йога-раджа-гугул. Из названия следует, что йога, что значит йога? Йога – это не только система физических упражнений, но смысл слова йога – это единение, соединение. Раджа – это король, королевское соединение гугула. Это состав, в котором одно из наибольших количественных трав, которые вообще встречаются в юридических формулах. Я насчитал 34 растения в составе гугула плюс сам гугул. Этот вид гугула предназначен для лечения, оздоровления вата типа нарушений в человеческом организме. То есть это боли в суставах, это артриты, подагра, ревматизм, это нарушение периферических нервов, как, например, при некоторых формах паралича. Такая проблема, как звон в ушах. Состав включает в себя огромное количество трав. Присутствует также три минеральных ингредиента, такая как гималайская соль, минеральная сода и ява кшара. Присутствует тушира, присутствует муста, гокшара, гудучи, ашваганха. Состав йога-раджа очень гармоничный и многообразный и имеет только один недостаток. Такой огромный состав сложно легализовать на европейском рынке, поэтому, к сожалению, я вижу, что йога-радж часто исчезает из многих компаний, но Институт ведических исследований проводит работу и будет стремиться к тому, чтобы, перейдя на сайт pureherbs.lv, вы нашли и эту продукцию.